Но это я доказывать не буду, это все-таки мужчине надо не буду. Да? Значит, это класс. Это то, что знали Хардин и Ландау, то есть это 20-е годы прошлого века, совершенно классическая теория. И хочу сформулировать аналогичные объекты для функции Менковского. То есть у меня сегодня два было взгляда. Классический и не классический. Классический в данном случае идет совсем простой функция распределения, классический функция Менковского. И в классическом есть прекрасная теорема, теорема Фернеля, по популярности Кольсерима, я не буду убеждения, а эти факты. А в неклассическом удается показать некоторую неравность, но она почти тривиальная неравность Кокса, значит, которая, в общем, гораздо сложнее. И содержательное утверждение такого, как теорема Фернеля, а именно что следует для неклассической постановки из